сколько я себя помню, 9 мая всегда была такая хорошая погода. Так вот жили сады. Я очень хорошо помню 25-летие Победы. Был пацаном. Тогда не было никаких пышных парадов. Ника, не дергай меня. Вот уже веселая собака. Зато были ветераны настоящие. В том числе и мои родственники. Никто тогда не кричал никаких лозунгов. Все просто были рады, что выжили в этой тяжелой войне. У меня родители пережили в Минске. Были еще маленькими. Пережили войну в Минске. Поэтому никакой радости при слове война, вернее даже не радости, а никакой эйфории по поводу войны у них не было. Вот такие дела. Поэтому это праздник со слезами на глазах, а не с парадами, салютами, пушками. Лучше бы каждому ветерану, оставшемуся в живых, просто дали бы нормально дожить по-человечески. Вот это было бы реально помощь. Знаете, вся эта военная техника, которая идет парадами в боевых расчетах, цену всему этому мы видим.